Всем привет, ребят. Решил сыграть на потме. Посмотрим, что получится. Так, смотрим составы, что у нас там есть, что у нас там есть, что у нас там есть. А, Батша берут последним пиком. У нас есть Висп, саппорт хороший. Баратрум. Я так думаю, 5-секундную стрелу дать, если получится. Так, попробуем пишу. Стрелу кину. Гоу. Посмотрим, среагируют они или нет. Ага, понеслась. Сейчас будет жара. Бух. Попадаем. Скорпиона бей. Бас. Забрать скорпиона надо здесь. Блин, так, все, все починал. Да, я тут еще нахватаю. Хотя вот бежит бара, все нормально. Забираем первого. Забираем второго. Бара, давай, бара, давай! Вася, три хочу! Трюню хочу. Сука. Что уйдет? Не должен ползти вон сюда. Бах! Попал. Пишу я, дай мне 3, ну ладно. Нормально так. Подрались на руде. Минус 2. Ладно. Нормально так отстояли мы рунку. Этим уровнем попробовать бить снайпера. Напишу Барри, может он поможет. Нет, тут я наглею сильно. Тут по сути минус снайпер. Залагал у них Рикс Алекс. Боже, как мне это бесит. Лагер. Слава богу, хоть не ливнул. Уже бы игра у меня закончилась. Пойдем сейчас ганку строим тут наверх. Что у них лес? Легион наш лес стоит. Сейчас тут Ару надо попасть по скорпиончику. А, тут дают ему раздачу. Не знаю, попаду, не попаду. Пошла. Попал. Вась, попал. Отлично, делаем минус. Разносим на потме всех и всех. Пух и прах. Проверим 5 уровень. Да снайпер опять набросать здесь. Бара еще побежал бы сейчас гангать, вообще было погонь. Бара какой-то пассивный. Тут я наглею сильно. Могу поплатиться. Сбегаем за руной по барику. Сейчас будет уже следующее. Поэтому нужно эту забрать, да, и быстренько пить. Сейчас может хоста какая-нибудь будет. Вообще будет огонь. Так, все, у нас тут морта идет на руну. Поймаем сейчас ее стрелой.
Только не добей. Хорош. Падгера тоже можно попробовать. Не, Падгер уйдет. Падгер уйдет. В целом неплохой такой ганг получился. Так, снайпер ушел. Пошел он наверх, за руной, скорее всего. Пишу СС. Бля, тут вообще найс, просто донай крипов моих профессиональных. Седьмой уровень делаем, идем гангать. Как раз одна появится. Тай. Где же снайпер? Сука. Вот ну, анимация такая, анимация атаки у подмы странная такая. Она вроде стрелой пускает. Вроде нет. Василий Пупкин. А где снайпер, мне интересно, что она покажет? Что ли? На город наших братьев напали. А вот и снайпер. Прибыл. Зря он пошел туда. Поймает он стрелу. Делаем Б. А тут все у меня под вардами, я тут все чекаю. Просто найс вообще, всех унизил тут. Сейчас маны накапает, я тут же хук дам. Тут походу залагал. Так, так, ну тут он сильно, куда он? О, господи, повезло чуточку. Тут я кину, не знаю, ару. Так, вот, блядь, он ушел уже. Сука. Не успел. Тупанул здесь на самом деле. Нет, тут надо уходить. Опасно здесь уже. Пойду я сейчас какой-нибудь низ руну заберу. Тут нашего ганга от пацана. Так, что у нас тут? Соберемся яшечку. Яшуньку. Выкинем это говно. Вард. Сейчас будем ждать, кто там на меде. Там картончик вроде. А, он в песочке сидит, я понял. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Картончик, картончик. Карпиончик идет дальше. Хорошо, сейчас мы ему устроим жару. Попасть надо только. Так, меня вроде сейчас не видно, а вот сейчас будет видно уже. Вот скорпион. Так, он сейчас тут должен. Ну, вот, спрятался он отлично. Надо как-то прицелиться, чтобы попасть. Быстрее, пока крипы не ушли. Ну вот кидаем, посмотрим. Пошла ару. Блин, крип. Долго целился я. Блин, лол. Что у нас тут на реген? Пойдем за регеном, соответственно. Реген дороже всяких монеток. Так, тут сверху нас ломает тавер. Надо забрать морду по барику. Попасть бы только и в черешню ее. Бара голд еще. Бара голд, посмотрим, что бара. Бара как? Бара герой. А, бара? Угу, я понял. Бар, не надо, не нужно, все нормально. Сразу же цепляется в крипов, как нормальные. Наваляем тут по сути немного. Дофармим себе яшу свою. О, мясо кого-то грызет. Таракан.
капитан вниз уходит. На город наших братьев напали враги. Ты не беси меня, пожалуйста. Пожалуйста, не беси меня. О, отлично, забирает он курьера наш, мой тиммейт. Забрать какое-то большое преимущество. Так, быстрее бы сейчас яшку купить. Несемся яшку. Куда ползет скалопендра? Честно, он не видит скалопендра или нет? Таракана убивает. Посвет есть интересного пацана? А, уходит. Нет, не уходит. Ну, давай, давай, прыг, прыг, прыг. Ой-ой-ой, как он попадает, лол. Как он попал хуком? Фак. Как он хуком попал, я не понимаю вообще. Лол. Подгимит хук называется. Здесь, здесь, здесь. Ну дай санстрайк и метеор. Я понял. В чем это я? Какие санстрайки, какие метеоры? Ты чё, брат? Не тупи. Ты же играешь с профессионалами. 16 гиники, так спит. Ты сдал это? Ой, хорош, не успевает дать так касту. Помогаем Барри быстрее. Пойдем сюда, арол куда-то, попадем, не попадем, посмотрим. Попадем. Ну, мужичок. Нормально. Снайпер тоже должен умирать. А где ты, сука? Гребаная мелочь. Блять! Борта пришла. Наливает снайпер. Ну это как всегда, это 5-5 у пацана он ливнул. Пипец, что за рак. Фэфэ гимине какой-то, фэфэ гимине. На город наших братьев напали враги. Че у них мания у всех собирать транквил? Лол. Бар его забирает здесь на изи. На изи он его хавает. Тут вообще просто шансы. Сейчас он по сути... Не хавает что ли? Нет, забирает меня здесь. Да, думал, не буду стереть, ну ладно. Вот о нем. Ох ты, получше, какие хуки бросают, опасные. Ну а помогать мне сюда будет? Да, понял. Нахуй никому не нужен. Нахрен не помогать. Нахрен не помогать, если можно не помогать, да? Серьезно? Как они подставляются так под хук? Так, тут легион с татаром уже, нормально, 12-я минута. Тут 5 легион, пиздец. На дуэль бежит пацан. Пацан дуэлится, так, не знаю что. Надо спасать пацана нашего. Как-то надо спасать тут. Ламару по Борику. Минус 2. Вообще красиво. Просто amazing. 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 Пацаны, напишите в комментарии, как это было. Это было красиво. Скажите же. Это было просто потрясающе. Именно этот момент. Опишите, как вам понравится. В упор подбегаю и стрел. Старфол и плюс еще этого пацана забираю с руки. Огонь. Ой-ой, сейчас из палу проблем пиздец. Из пузи пиздец, наверное. Хотя. Нет. Не пиздец. Ой, зло забрал все-таки. Сука. Че, врубаем режим МХ? Попадем, как думаете? Далеко быстренько отпиться надо. Так, ну где-то вот здесь эта хуйня бежит. Не дальше.
А, он не бежит, он остался. Даже пойдет так, даже лучше. Зря он остался, они же убьют здесь. На, метеоры здесь падают. Так, он бежит вот сюда, да? Давай. И пошел он сюда. Где он? Где он, лол? Что, выжил, что ли? Сука. Где он находится? Я понять не могу. Где-то он в лесу нашем, по-моему. На город наших братьев напали враги. Показалось, что ли? Загадка для меня, что он с лотаром, что ли? Он Родагерс я купил, думаю, что за фигня. Точно. Прям загадка для меня какая-то. Чего, где он пропал? Родом нету. Он забирает Морту. Ой, Морту. Да, у него Дагер. Там то есть, да. Барри нашему, походу, ГГ. Отлично промахивается. Помогай здесь. Понеслась стрела, стрелюшечка. Да, раньше кидать было. Подогнать пидораса надо. Ножо ушел отсюда. Куда блин дал, самое интересное. Куда он дал блин? На город наших братьев на пару. Там где ползет на них. Думал, будут крипов. На крипа давал. Ладно, мисс и мисс, хрен с ним. Так, что-то Морта снизу надо. Ох ты, блядь, она какая, она с армовой, там дерзкая подруга. Так, это Лего минус. Всех поубивают сейчас моих. Так, ну если так Пуги сейчас поползет на мид обратно, я постараюсь ару удать на ход ему. Прыгну на него и заберу его с руки. Это мой, типа, план такой. Какой он уровень? Уровень 12, значит у него есть уже резист. А, нет, он не пошел вперед. Ладно. Дофармим уже спокойно. Парочку ртов. Морта, гля, просто на портфера. Но просто ебануть этот. Что она делает, ебать? Нахуй она лезет. Ебать, просто на портфера. Это что это? Тупо борзая, блядь. Ах ты, блядь, у меня проблемки с сейчас. Давай, давай, давай. Забрать Морту, отлично. Ну и Бара, по сути, здесь должен умирать. Точнее, не Бара, а Пуш. Лол, сейчас еще минус Бара будет. Попал. Ну, блядь, помогите же БК хоть кто-нибудь. Что за, блядь? Ну, минус пойдет. Бара жить, Бара жить. Ай, ну лол, не вовремя он не занул. Еще и таракан прибегает, блядь. На город наших братьев напали враги. Ушел. Да вот он, блядь, ну куда ты, сука? Так побежал за три, блядь, дурак. Неужели успел? Парк какой-то вообще печальный у них. Ну ладно. Пойдем подфармим немного. Еще искать пишут. Везде пишут мне. Так. Ну там, где меня сейчас убивает, по сути, из прокаста. То есть он на меня влетает и дает мне ульт, плюс потом пук, и я откатываюсь. До свидания, как говорится, тьма. И ты как не разбудишь, поэтому костыль ставим на силу, хоть как-то будем выживать. Тут будет не Манта, а Саша Яша, потому что, опять же говорю, против Пуджана дожить как-то. Больше силы будет. Вот, пожалуйста, блядь, влетает у этот. Ислам будет. Все ясно, не Ислам. Бордов нету. А вот с вордами. Воу.
2-5 инвокер. Какой-то вообще никакой инвокер. Такими темпами Морт расфармится и убьет нас всех. Честно. Другого варианта здесь не вижу. Блядь. Танка что ли играет? Так он знал, что он там, а? Прикольно. Такой себе мидхук неплохой прилетел. Мне вообще это порадовало, так хорошо, как сейчас не залетело. Блядь, уже вся орда бежит. Пиздец. Василий Семен, еще за хуйня. Попаду стрелой, попал. Минус сделаем по барику. Жукан съебался. Все, отвали, пожалуйста, а, подруга. Блять, она меня видит, нахуй иди. Иди ты нахуй, пожалуйста, пойди нахуй, я прошу. Блять, давай, давай, хорош. Должен уходить, я успеваю. Забрать надо подругу эту как-то. Падли чекай. Панди тоже, блядь. Нет у меня прыжка, сука. Таракан. Давай, 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 давай. Уёбаем. Так, видно, уёбаем. Если бы у меня была мана на стрелы, блядь. А, отлично, все, бар его забирает. Найс. Собрался дизолятор до конца. Сейчас надо собирать МКБ. Ну, Сашу Яшу и МКБ, потому что Морт надо как-то убивать, он толстый сильно. Морт еще с армалетом, это вообще беда. Морт с армалетом. Мордов нету. По КД не покупают мои тиммейты. Тут, блядь, Скорпион что делает? Ворваться что хочешь, не понимаю. А, ну ты это понятно, что ты гангер, я понял. Блядь, ну дай же ты ему подхил. Лол. Он идет. Так а что он сейчас уже дагер мать? А, вот все, вышел. Ну за счет второго заберет. Выдумался хоть хилку дать. О, смотри, смотри! О, да, да, ты ж опасен какой. О, надо его ловить здесь, он меня бесит. А, эта креветка бесит. Уж, сука, берется нахуй. КД было. Ёб твою мать. Тут, блядь, креветка, да что же ты, креветки, блядь, повсюду, они меня окружают, блядь. Ну, креветка, иди сюда, нахуй. Брат, ты чё? Ну, тут хороший стил, на самом деле. Я бы сам его там забрал. Падгера надо бить. Ну, лол, ну дай же ты разгон, Вась. Попадаю в строй. Тут минус вся команда, блядь. Похоронили всех. Так. Купим Сашу. Прыжок. Прыжок тигра. Парни крипов. Ну, конечно, на этой подруге весело играть. Интересный герой. Именно вот, именно Мирана, она интересный герой. Она неоднообразная. Можно по-разному собирать тоже. Плюс у нее много сейвов всяких, там стан у нее есть. Есть у нее ульт хороший, подсейвится, можно в тиму спрятать. То есть очень веселый герой. Так, тут мы сейчас встанем вот сюда в сейв, так чтобы взять руну. Так, падги живы, к ней надо осторожно быть. А вот и падник, кстати, ползет, хуй сос этот.
Не видит же меня, думаю. Бара, ты мне поможешь, интересно? Баратрум поможет? Баратрум АФК, походу. А, нет. Отлично, заберем руну. Камон, этого пацана бежит. Даем стрелу, тут ему еще злобечный. Минус, минус. Надо убить скорпиона, куда там тут бегает. Пушки нет. Так, скорпион бежит. Тут таракан приходит. На город наших братьев напали враги. У нее замутил. Ну, можете прилетать здесь в лоб. Отлично, минус. А вот скорпион идет. Лошадь с просветом, да, лошадь без просвета. На город наших братьев напали. Давай, давай, давай. Сейчас еще раз собьется у него. А, вообще. Да, да, ты успеешь, ага. Вот, ну, все, ты успеешь. Да, только жаль, тавр не забрал. Так. Сейчас бегаем за Demon Agent, ну, за топориком. 2400. Точнее, не топориком, а мечом. Отлично, меч готово. Так, ну все, ждем, короче, одну. Пойдем потом вниз, там подеремся немного. Отлично. Может, сейчас даже морда пойдет. Пришла. Пока хосту юзать не буду. Может, потом придется куда-то прибежать быстро. Потом пока не юзаю. Почти с одного удара убиваю дальнего крипа. 330 хп. Бежит ко мне падги. Пусть бежит. Бара это видит. Я вижу, вижу тоже. Все вижу. Я все вижу. У меня хорошо со зрением. Да погнали, лол. Ну что ты? Привет. Пиздец, лол. Вот тут наш. Блять, неужели мне жопа? Нет. Живая здесь. Надо падлика забрать. По сути, без костов его бесполезно забрать. Эту подругу тоже пизды дать надо. А лол, ну что за хуйня? Не могу убить, что-то мне подлагало как-то. О! Скорпиончик. Пизда, скорпиончик. Не, падги, я тут с хостой, по-моему, ты меня не должен уходить от меня. Пиздюк, он заныкался, заныкался, лоу. Тут где-то, вот он. На город наших бара-бара, давай, бара. Напали враги. Да, бегать, он заебал бегать. Нет, не здесь. Ой, нашел его. Нашел этого пиздюка. О, значит, все. Ну, вся эта куча. Парни, пока крипов, пока крипы наши подойдут. Ну, залагал у них кто-то. Опять крик с Алекс. Ну, это, мне кажется, с концами он залагал. Пацан подумал такой, ну его нахрен, нажму-ка я альт F4, пойду-ка я попью чайку. Или вообще уйду из этой игры и не буду играть в нее больше, потому что он рак криворукий. Не знаю, что он там подумал. Мне кажется, уже второй он подумал. Да, то он отлагивал, теперь он не отлагивает. Походу с концами. Ливнуло. Жаль, конечно, не поиграем мы нормально.
вижу. Вот вам и Эсси Кап. Вот вам и Эсси Кап. Ливеры кругом, ливеры всегда, ливеры везде. Он ливнул. Блять, сейчас бы мучит мозгином. Неужели? Блин, риск надо было ему, чтобы он меня забрал тоже. Ну, ладно, уже. Уже улетел, как говорится. Наш друг. Быстренько бежим за печкой, подбираем ее. Обидно, конечно, обидно. Что тут? Тут тараканчик. Таракан с первого уровня догоном. Нормальный пацан. Наверх схожу по фарму. Немножко. Чуть-чуть не хватает мне. Вот, все. Есть у меня МКБ. Теперь я морту буду соло. Просто разрывать в щи и в тряпку. Подруги хана одним словом. Тихо-тихо, не бей мою. Мою Мирану не бей. Таракан ко мне бежит. Таракан не бежит ко мне. Ну, этот, мог бы его сейчас цеплять здесь. Бара, что-то он спит. Бара, да? Немножко. А вот тут есть этот братан. Надо его тут как-то... Вот, отлично. Тут Легиончик. Ну, Легион сейчас соло захавает здесь. Даже моя помощь не нужна. Да, с МКБ под Майта теперь будет вообще огонь. Ну, остался Баттерфляй, Буриза, и все. И Патма готова. Пойдем сломаем вверх. Легион бы БКБ себе собрал, он какой-то худенький. Побаюсь я Пуджан на самом деле. Меня влетает, убивает меня на изи вообще. Ну не пуч, с морта, если влетает, он убивает. Если сам, то он умирает. Ну пуч. Ну тавр вообще просто с неимоверной скоростью падает. Просто Вася уносится тавр. Такой ару дам на удачу. Попаду, не попаду, не знаю. Почти попал. Так, ну что, давайте в инвизии и просто в наглую влетим это всю кучу-то. А, я понял. Ну, пошли дальше пушить, идем дальше, 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 пушить, пушить, пушить. Начинают они там изобретать велосипед, кто там ходить. Блять, ну тут проблемы. Надо бегать. Не, ну как бы надо драться, мне будут это помогать. Все разбежались. Бар вообще пока стоит. Нормально все, бара дома. Бары все нормально. Даю ару на удачу, пусть уклоняется. Блять, ну иди ты нахер. Пиздец.
не должен здесь умереть, не должен. Конечно, я не умру. Найс. Минус от Тима. Да, пора псих попаем. Блять, ну тут курица. Что-то я проварганил это. Занятие все. Будем надеяться, там стоит снайпер какой-нибудь. Нет. Не берут они пока что, там не трогаю. Там будет снайпер. Бог! Ай-яй-яй-яй! Дай хилку, блядь, дай хилку, дай баран, сука! Дошло до пацана. Сука. Размылся ты из данных. Нет, нахуй. Мало хп. Жесткий что-то сильно. А, он меня отвозит на базу, нормально. Все равно пока куплю себе борезу какую-нибудь. Нормально, так. Погнали, подеремся. Оба-на, и тут такая патма прилетела опять. Лол. Морта пришла. Морти поебал на сучинке просто. Поебалу, говорю. Ну, морта просто падает, он ничего не знает. Просто избиение младенца. Ой, блядь, сейчас у меня проблема будет. Сука. Да не лови ты хук, мразь, я ж хотел у этого пацана дать. Что, блядь, что все прям дерзко. Что происходит? Барак висит целый. Надо заканчивать эту игру, она уже мне надоела как-то. Этот баран как раз стоит. Баран на баратруме. Его сейчас хрипы там убивать будут. На город наших братьев напали. Копеечка. Посту забрал. Купим борезу себе. Чтобы быть вообще убойным пацаном. Тараканчик. И падлик. Если падлик здесь не будет видеть всяких хуйни, то я его поймаю. Ой, блядь, у меня проблема. Он так знал прям, пиздец. Сразу хилку. Хорош. Отлично, еще варинайс просто. Блядь, выжить. А не, все нормально, зря. Все норм. Там таракан. Бар вообще ПК стоит нормально. Найс вообще баратрум. Сам просто ушел АФК. Мама побольше, наверное, позвал, он пошел кушать. Надо дофармить себе. Буризу тут немножко осталось. Где курица? Курица. Курочка моя, курочка ряба. Все, есть, у меня уже готовая буриза. А вот теперь начинается самое жаркое, скажем так. Ой, ДДшечка, найс, вообще просто найс. Надо здесь дать, там флот драка сейчас будет. Ой, вот три, просто три удара. 4-5 ударов. Найс, мэн. Блять, там инвиз. Хуя он раздает, этот пацан. Двигаем сразу руну. С руки забираем этого пацана. И это вообще сейчас с 5 ударов убьем. На изи вообще. Ген заберите. Так, тут наш друг сидит. Вроде Марвел попадем. Попал. Красавчик вообще просто. Но никто не застелит его меня. Попал Арл. Красавчик. Ломаем бараки нахрен.
все ламин слушать. Кривоаром смотрим, что там. Криво, да? Надо было в сторону базы им давать, в сторону центра вот. Вот смотри, сейчас я бат устроим. И сюда нахуй. Мелкая хуйня. Крит 940, нормально. В голову прилетело. Проблема сейчас будет. Виз поддержит меня, интересно. Ох ты, блядь, у меня проблемы. Проблема у меня. Да. Это я верю. Надо заканчивать, сними уже. Давай, Виспы, живи. Я иду, я иду. Че я иду, я сейчас репорт, блядь, не издам. Не буду заморачиваться. Так. Пошел он на руну, скорее всего. Дам стрелу. Не попал. Ушел. Он думал, на руну пойдет сейчас чекать. Так, надо им тут что-то. Морта просто, я морту боюсь. Вот она, кстати. Вот, ебать ты жесткая, нахуй, иди. Щелкну тебя, блядь, чему нахуй. Теперь попал. Ебать, не даже не думать уйти. Вау, сюда уже хуже бежит. А умри, нахуй. Пойду и схожу за монеткой. Вау! Пропушу вниз им. Ну чё они тянут? А уже ФФ написать в три рыла играют, и что пытаются сделать? Морта не вывезет всех тут. Бара АФК, я в шоке. Просто АФК встал. Какой лось. Просто лось. Потому что я тоже не резиновый, я ж не могу всю игру тащить. Морта может расфармиться и всех нас убить. Может, но она не расфармится, как у них тут пушится лайны жестко, и плюс еще с ее нету, так что смело забираем низ ей, им, говорю. Да, просто лучший метеор, чем? Пяти крип, вау, ох, вау. Сейви, сейви меня, сейви, короче. Какую не мочу. Ой, я чуть танка не убил. Ару пошла. Блять, крип. Ой, я сейчас еще сам бы умер, у меня крип тупо спас. Лол. Так что можно и так даже сказать. Да, крип спас. Ждем сейчас морту. Он баратрум вливает, а пока он нормально. Да, Мару, не знаю, может, морду попаду. Повезет, повезет. Крип попал. Бежит говно это. Сука. Что, на меня хочет блин, блядь? Что нахуй, не стало? Вот у меня сатаник, блядь, уже. Нахуй, такое счастье, блин. Пизда, морду здесь. Да мне это здесь не дали. Ну тут я опасно стою, нахуй я выходил еще. На город наших братьев. Мы их сломаем сегодня или нет? Ну вот медиа вроде пуш идет. Там морта мертвая, пуш жив зато. Пиздец. Эта игра уже закончится. Ждем, подождем руну, короче. Панги тут просто как важный воин первый прыгает в кучку. Так. Надо подумать над последним артом, баттерфляй или что лучше. Я не знаю.
Региночка, заебись просто, нас вообще. Я даже на базе толком, если вы видели, ни разу не бывал, толком я лично бегаю, руны чекаю и все. То есть, учитесь, ребят, чекать руны, все нормально у вас будет. Да, по сути, против Морты здесь это зайдет хорошо. Батрафляйка. Будет у меня тогда где-то под 1100. Будет очень больно врагам. Да, вот это хорошая идея забрать руну. Очень страшно. А его нет. Его нет, понятно. Таракан тут, блядь, что-то. Что-то дебрит, что-то мутит. Что он тут хочет? Там ползет. Оп! Поебал хлоп. Пацану полетело. Оп! Ну, скакали типа такие. Просто врезаем морду. Ладно, такие убийцы надо. Пуш тут просто ебанутый какой-то нахуй. Блять, ну не беси меня, сука. Ну куда ты убегаешь? Ну ты же не уйдешь от меня, заебал. Баран, сука. Заебали, сука. Кто-то убегает от меня, блядь. Нахуй ты убегаешь от меня, сука. Тут где-то гем лежит сейчас, они курой. Хотя забрать ее, давай. Блин, иди ко мне. Иди ко мне, курочка. Курочка ряба, иди ко мне. Ну все, у меня 6 лотов, ребят. Блять. 6 лотов готово. Попаду в крипа. Сука, зря. Опа, на Вася. Hello, а тут и я. Типа такой. Да что ж тут одни ФКшники стоят, лол. Разъебашил как смог прям. Вася тупо уничтожил. Блять, не несите ничего себе, дайте мне крышу, что надо. Дадим этому пацану ботал, нам не нужен. То есть у него будет. Все, 6 лотов готово. По сути, 6 лотов готово. Привет, подруга. Просто с руки ему ебашу сейчас. Просто, блядь, в ноль нахуй разъебашил. Кондиция. Иди сюда, блядь. Ой, боже мой, не пугай меня, я тебя прошу. Бэм заюзал. Ай, лол, у него бэм так долго работает. Фак, чё ж так бэм долго работает. Лол, сука. Все выкупляются, все такие. Ой-ой-ой, потом у меня проблемки будут. На. Ну ульту, ульту, дай ульту. Да я подстрахуюсь, дай ульту. Ну лол, дай ульту. Неужели дошло? А пацана. Тут же с бэмом это, конечно, боль. На самом деле. Ой, бля, да иди ты нахуй, ты меня заебал, ебучий ты гандон. Это все, нихуя нет, ты мертвый, ты тупо сдох, ебать. Пизда, тут бежит таракан, надо убегать. Бля, ничего у него нет, он подхилит меня. Он меня умирает. Ладно, ничего страшного. Сто 18 секунд ресится, долго. Не, 6-слотовая Мирана это, конечно, жесть. 6-слотовая Мирана в ДД это ГГ. Таркан юзает на крипов ульту, свой 3D скилл, баран, наверное, не знает, что он не работает на них. Такой индеец просто. Отбивается как может. Астрал еще, дай, я поржу. Не, астрал не кидает, ладно. Попытаем базу сломать уже к чертовой дивизии. Этот фармит леса. Мне интересно, просто он не стал фармить, не? Пацана фарм там какой-то. Баран какой-то. А, только начал. Он только начал фармить, ну все, нормально.
Выбежит Бара. Я понял. Фейерверк. Сейчас на разделаем сплит пуш. Пушьте низ, я сломаю. Достала эта игра. Сейчас я просто сломаю им низ, не буду заморачиваться. Реально, ребята, уже устал играть. Весь день в доту играю, хочу мне играть игру. 6 раундов, сегодня 6 каток сыграл. Я уже первый раз вообще в жизни так играю долго в доту. Я максимум 3 катки в день играю, все, у меня голова уже разносится. Ну 4 предел, а тут 6, у меня уже все, башка. Верни. О, они сейчас драться будут, я им тавра расхуярю здесь, папа. Я негодяй какой! Ой, негодяй! Не ко мне? Сюда соберем? Оп, 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 швели, вели. Ну ты, мразь, не беси меня, пожалуйста. Не беси меня, не беси меня, прошу тебя. Нет! Блядь, там 20 хп у дерева. Нет! Я ебал. Ну не 20, конечно, больше. Но! Ну, 20 хп, а? Чё, не 20? 427, да? Ой, блядь, пиздец, сука. Ах, меня аж слёзы. Падает, крипов халает. Просто фейл. Сейчас мы будем ломать им бошечку. Устал играть уже, быстрее закончить. Боже, какие они противные. Чё они, вот чё они тянут? У них остался трон с 200 кп. Ну, может, 300 максимум. Они тянут, понимаете? А, боже. Для полного счастья не хватает еще низ сломать, чтобы были мега крипы, и тогда они точно под кайфом будут. Тупо лол. Чё тянуть, я понять только не могу. Им запушить низ тут, но байбек у меня есть, байбек у меня вообще есть. Ладно. Надо как-то сейчас на крысу так, на крысу, на крысу, на крысу. Оп, оп. Кот, кот атакует. Побежал. Кот в атаку. Так, тут говно бегает. У меня что-то портал стал, интересно. О, пахнули, похоже. Блять, какой шустрый, сука. Говнюк вонючий. Да, блять, уёбывать нахуй отсюда надо. Ну тут, блять, хуки просто найс. Блинк, не достань, не достань, тварь, не достань блинком. А, блять, достала блинком. Сейчас дагер будет. Не успела дагер, пошла нахуй. Лол, не догонишь. Все, Лолита Дулина, я пошел от тебя. Ну, я точно еще минус делает, пиздец. Мы сломаем сегодня низ или нет, я вот это понять не могу. Пиздец. Чё тут бегает? Кого мы убили? Мы убили снайпера? Ну да, нормально, такой килл. Когда ж мы уже закончим эту игру конченую? Он уже бесит.
На меня уже бесит эта игра. Легион, блядь. Ну давай, дерись с ней, баклан. Гоу, драка. Оу. Вась. Пиздец. Какой ты, сука, дуэль, дай. Ну, ну что он делает, ебать? Нахуй он отменяет свой бег. Понять не могу. Что за баран, блядь? Просто дуэль заюза и все. Неужели, блядь? Мы заберем их. Так, там тоже поебал, он встречает. Все, погнали. Сейчас просто сломаем им лица и все, не будем мучиться. Скорпион отлично так запушил. А где отъебись, нахуй не мешает. Все, игра закончилась. Слава тебе, Господи. Ладно, ребят, надеюсь, вам эта игра была интересная. Спасибо за просмотр. Давайте, короче, всем пока. Ну что я сделал, что если ливер или вайт? Ну что я мог сделать? Это каждая игра такая. То есть я не могу, ну не могу я записать 5 на 5 игру полную. Эти дауны меня задрали. Они ливают, 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 постоянно ливают. Невозможно, поймите меня, невозможно. Ну вы, наверное, сами знаете, если играете в эту игру. Ладно, давайте, ребят, всем пока, удачи. Думаю, видео вам понравилось. Увидимся.